Все, в смысле, вот так вот? Пираньи не ели 10 дней. Да сейчас провод откусят. Пониже опусти, не видно нифига. По-моему, кто-то кормил, Санек. Они просто боятся. Ну отпусти пониже. Да я их сейчас напугаю еще сильнее. Конечно, он, особенно вон та самая первая пугливая. Они не понимают, что это за провод вообще? Может, она тухлая рыба-то? А, ты для того, чтобы потом не вытаскивать руками на проверть? Саш, ну я не знаю, походу дело-то все-таки кому-то ключевое. Вот она. Самая смелая. Смотри, они сейчас все почувствуют вкус. Ой, писец, вообще жесткие они. Только матом было не ругайтесь, то мне вырезать придется. Они помного откусывают. Молодые, все, они сожрали, смотри. Клюет. Сань, руку засовывай. Вот и с кем, если жену себе не найдешь в ближайшее время, писюн твой туда опустим. Так, Андрюха... Это же не матом, не матом. Провод перекусили, ну все, теперь Сань, рукой доставай. Надо было доставать раньше. Сейчас второй, дай ему второй. Блин, писец, как рукой-то, бля? Прикинь? Да он залезает туда. Провод перекусили, офигеть. Ты только их накорми сначала, так чтобы они руку тебе не жрали.